Стартовали работы по капитальному ремонту аварийного моста через вторую речку во Владивостоке. До конца апреля дорожники планируют возвести здесь новое мостовое сооружение и открыть движение. Подробнее начальник управления дорог Дмитрий Долгий. Для контроля выполнения работ привлечем независимых экспертов, которые будут совместно с городской администрацией контролировать ход выполнения работ, проверять материалы на соответствие, участвовать в приемке всех видов работ и будут находиться на объекте круглосуточно. После этого мы приступим уже к комплексному благоустройству, ремонту, получается, улицы Волжской и Шуйской, восстановим асфальтобетонное покрытие, сделаем тротуары, установим освещение и необходимые работы по благоустройству.